В вашем роду есть или были, может быть, долгожители? Да, были. Моя бабушка прожила до 114 лет. У нее даже была такая фотография ее мужа первого в Буденновке. Она еще родилась при царе, представляете? А как вы думаете, в чем секрет этого долголетия? Ну, мне кажется, все-таки образ жизни немножко иной был. Моя бабушка не курила, она не выпивала, она закалялась, причем делала зарядку до последнего, вот уже пока кости начала уже ломить. Вот, и моя прабабушка сейчас, ей 86 в прошлом году стукнула, она тоже по утрам делает зарядку. Мама прожила 100 лет, без одного месяца. Мой прадед. Сколько он прожил? 102. Прабабушка. Почти до 90 лет прожила. Сейчас есть по линии мужа, есть ветераны мужа, 92 года, до сих пор живет. Сам подметает двор. Вау, а может быть, какой-то секрет есть долголетия? Ну, свежий воздух и физическая нагрузка, постоянная, умеренная, свежее питание. До 92 доживали. Это кто это? Это прадедушка. Бабушка дожила до 89 лет. 86, прабабушка. У меня бабушке вчера, кажется, исполнилось 72 или 73. Секрет долгожительства в чем у них? Я думаю, они больше жизнь ценили. Они прошли войну, они знали, что такое смерть. А вот думаю, поэтому. Вы знаете, здесь секретов может быть много. Один из секретов – это генетическое наследство от родителей. Это очень важно, потому что то, что заложено в здоровье моего деда, моей бабушки, оно передается именно по наследству. Второй момент – это то, что постоянно человек находится в движении, в работе. Это тоже дает импульс к тому, чтобы именно вот не задумываться над своим сегодня здоровьем, а идти все вперед. Ну и образ жизни. Где человек живет, чем дышит, какую воду пьет, чем питается, это тоже очень много значит.